Добрый день, дорогие друзья. Нахожусь в мае месяце в Германии, город Ганновер. Хотел бы просто снять небольшое видео о том, на каких авто сегодня ездят в Германии немцы. И не только они, потому что район, в котором я нахожусь, когда-то прежде бывший только немецким, теперь здесь очень много иностранцев, особенно поляков. И вот авто без комментариев я сейчас буду снимать. В этом районе есть и частные дома, но в основном, конечно, здесь на 70% преобладают двух-четырехэтажные многоквартирные дома. И люди здесь в основном работающие, но также есть и те, которые временно, может быть, находятся вне работы и живут на пособие. Особенно если у этих людей есть двое и более детей. Вот такие авто